Здравствуйте, я Алексей Коноплев, это программа «Репортер». Сегодня предлагаю культурно просветиться, не выходя из дома. Сотрудники Самарского академического театра оперы и балета заставили зрителей хорошенечко попотеть и устроили им забег по всем этажам здания. Но бежали гости не просто так, а со смыслом. Репортер принял участие в первом театральном квесте. Как можно заслужить право попасть за кулисы и кто из специалистов театра работает с человеческими головами? История раскрытых секретов. В их билетах не будет указано ни места, ни ряда, зато эти барышни пройдут, пробегут, пронесутся мимо самых таинственных и секретных мест театра оперы и балета. Посторонним вход разрешен, но с одним условием и несколькими минутами ранее в фойе. Зрителям предстоит принять участие в постановке, с ними же в главных ролях. Режиссерская задумка, первый в самарской истории театральный квест. Надо познакомиться, разделиться на команды и придумать название. Снегурочка, как называется у нас команда, мы не расстаем в огне театральной ведьмушки. Всем желаю приятного пути, ну а мы готовы к победе идти. Идет? Мы сейчас куда? Сейчас мы бежим на первый этаж. А вы знаешь, будете? У каждой команды свой маршрут. Надо прибежать на точку, ответить на вопросы, вписать ответ в кроссворд. Итоговое слово и станет решением всего квеста. Первая остановка у театральных костюмов. Здесь вообще художник поработал настолько интересно. То есть здесь фантазия его полная. Видите, и кружево, и парча выложено, и с цветными тканями все вместе. Вам нужно угадать, из какого спектакля этот костюм и кому он принадлежит. Первое слово готово. Бежим на следующую точку. Театральная магия в действии. Даже суровые контролеры преображаются, болеют за свою команду и показывают недюжую физическую подготовку в марафонском забеге. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы находитесь на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Сцена Самарского академического театра оперы и балета полностью автоматизированная и механизированная, и пол может двигаться в нескольких плоскостях. Вот вы видите пульт оператора, который выполняет все команды помощника режиссера и двигает вверх, вниз, в стороны и так далее и тому подобное. Пойдемте дальше. Сложный механизм обслуживают десятки человек. Сцена считается одной из лучших по оснащению в России. Только не заходите на линолеум, пожалуйста. Все готово уже к спектаклю, поэтому не стоит туда ходить. Угадать фрагменты опер, назвать героев, сложить фразу из арии, наконец-то финишировать. Аплодисменты под занавес. Участники квеста уже запыхавшиеся, но очень довольные, собираются в фойе и признаются, это был самый динамичный спектакль в их жизни. Понравилось все абсолютно. Сама задумка в первую очередь и новая информация полученная. Ну, все понравилось, на самом деле. Победители получают возможность отдохнуть под звуки оперы Бородина. Сотрудники театра оперы и балета довольны. Их очередная премьера удалась. Рекомендую всем в обязательном порядке принять участие в квесте. Не пропустите в следующий раз. А мы увидимся с вами уже скоро. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния».